Всем привет и добро пожаловать на мой канал Татьяна Love Nails. В этом видео мы с вами будем выполнять Stampin' Design. На моих ноготках нанесены Релуи Ламия Италия красный оттенок, тон 14, миниатюрка Сильвана желтого цвета, к сожалению, номерок я не подскажу вам, номерок не указан на этом флаконе. На среднем и безымянном пальчике у меня нанесен вот такой оттенок лака, его номер 111. И еще использовала топовое покрытие от Katz с хлопьями. Также вы можете хлопья смешать с обычным прозрачным лаком любого оттенка, который у вас есть в наличии, и получится точно такой же эффект. Для стемпинг дизайна я буду использовать два лака для стемпинга от Leslie. Красный – это номер 5, и желтый – номер 15. Эти оттенки с шикарной пигментацией, их отлично видно на черном цвете. Тестирование всей коллекции лаков для стемпинга Leslie вы сможете посмотреть на моем канале. Ссылку я оставлю в инфобоксе. А также в инфобоксе для вас я оставлю ссылку на официальный сайт и инстаграм этой торговой марки. Штампик я буду использовать также этой торговой марки. Он очень липкий, подушечка высокая и шикарно переносит рисунок. Также буду использовать скребок Leslie. Это скребок Normal, есть еще скребок Soft и Strong. Для выполнения стемпинг дизайна буду использовать цветочную пластину под номером 3. Этот цветочек на пластине мне очень понравился еще во время тестирования, поэтому сейчас я хочу его использовать для дизайна. Рисунок я использую один с пластины, единственное, что я меняю сочетание лаков. На одном ноготке я выполняю оттиск желтым лаком, а затем красным, а на другом ноготке наоборот, сначала красным, а затем желтым. При этом рисунок смотрится объемным. Вот такой несложный, но при этом солнечный и яркий дизайн у нас сегодня с вами получился. Если такой дизайн вам нравится, дайте мне знать об этом в комментарии. А на этом я сегодня буду с вами прощаться. Всего хорошего, увидимся!